Для кого-то праздник, а для кого-то работа. Сегодня спасатели отмечают свой день. В областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное представителям этой благородной профессии. Руководитель областного МЧС вручил награды и медали спасателям, особенно преуспевшим в уходящем году. По традиции, спасателям желают спокойствия и поменьше работы. В дни новогодних праздников, пока все жители региона отдыхают, сотрудники МЧС на боевом посту. Новогодняя ночь, как обычно, тишина. Второе, третье число обычно пик пожаров, аварий, ДТП. Больше по алкогольным делам люди попадают во всякие ситуации.